Министерство ЖКХ определило нормы потери накладных расходов тепла и воды на 2024. Тарифы в Беларуси, напомним, повышаются только два раза в год. В июне Александр Лукашенко подписал указ, в котором говорится, стоимость ЖКУ может быть увеличена не более чем на половину базовой величины. Сейчас это 18 рублей 50 копеек. В Беларуси отмечают День работника государственной статистики. История службы насчитывает более века. Эта отрасль – один из важнейших инструментов экономического и социального развития страны. Сейчас специалисты разрабатывают портал по распространению данных переписей. К концу года его планируют запустить для всех пользователей в удобном интерфейсе. Завершается подготовка к новому учебному году. Поручение президента – доработать учебники, чтобы они были простыми для понимания школьников. Особое внимание кадрам. На работу направлены более 5000 молодых педагогов. За парты сядут около миллиона учеников. Первый урок будет посвящен теме «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». В столице подросток из Бобруйска избил прохожего и похвастался этим в соцсети. Задержанный приехал в Минск к своему знакомому. Вместе они распивали алкоголь. Позже около стадиона «Динамо» 17-летний парень избил молодого человека и скрылся. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за хулиганство. В пятницу с 10 до 12 часов пройдет телефонная линия по вопросу о реализации госпрограммы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность». На связи будет заместитель главного врача БЦБ и председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Бобруйского городского совета депутатов. Обращаться можно по номеру 68 00 12.